Кто-то стремится поскорее уйти от родительского контроля и опеки. Другие же слишком долго задерживаются в родительском гнездышке. Все-таки лучше сделать это раньше или отсрочить этот момент? Или, возможно, существует золотая середина? Как только начинаешь сам работать, уже пора съезжать от родителей. Ну, 20. Лет 17-18, наверное. В США то уже там, наверное, самостоятельно живут люди и работают. А у нас все, нянькаемся до 40-то. Это как-то, наверное, уже поздновато, нет? Чем раньше, тем лучше, извините. Мне было 21, я жил с родителями, когда учился в институте. Ну, просто у меня так было, хотелось просто так. 18 лет, самое то. 18-20 лет, когда заканчиваешь 11 классов, поступаешь в институт, и вся взрослая жизнь начинается. Потому что позже, во-первых, родители привыкают к ребенку, ну и ребенок потом не может жить сам. Но мы так сделали. Я 16 съехал. 18 лет. 18, ну, возможно, 20 плюс время молодости. Самые счастливые годы. Тяжело было? Первый месяц только, наверное. Позже свыкся. Лет в 20. В этом ничего сложного нету. 20 лет нормальный возраст будет. Ну, уже самостоятельно надо в 20 лет остановиться. Нам вот почти по 20. Вы уже собираетесь съезжать? Уже съехали. Лет 20. Потому что там уже мозг более сформировавшийся, чтобы мысли не были более ветреными. Я думаю, чем раньше, тем лучше. А у вас когда это? 19. Было сложно? Нет. Тогда были времена другие. Государство было другое.